Эти факты сломают твой день. Именно вот так должен выглядеть человек, чтобы выжить в автомобильной аварии. Ураганы называют женскими именами, потому что ураганы с мужским именем уносят больше жизней. Дети из истории игрушек никогда не узнают, что игрушка погибла, и будут продолжать играть с их бездыханными телами. В оригинальной истории Красной Шапочки волк подталкивает Красную Шапочку, чтобы она съела свою бабушку. Самые невероятные совпадения. Слева отпечаток кольца дерева, а справа отпечаток нашего пальца. Вот так выглядит легкое человека и обычная крона дерева. А это человеческая вена, листок дерева и все притоки реки. Дерево жизни человека и наша плацента очень похожи. После этого видео ты забудешь, как зовут твою собственную мать. Ведь ты даже не сможешь написать ее имя в комментариях. Если не боишься, то делай все, что я тебе говорю. Выбери одну из трех точек, которые ты видишь на экране, и смотри на нее на протяжении всего видео, не отводя взгляда. От твоего выбора зависит эффект. Нажми на эту точку два раза и поставь лайк, чтобы система считала. А также нужно подписаться на мой аккаунт, иначе эффект не будет действовать. Я серьезно, чтобы все подействовало, поставь лайк и подпишись. Сделал это? Сейчас я досчитаю до трех, и ты напишешь имя своей мамы. Ну и вероятнее всего забудешь ее имя, отправишься в детдом. Шутка. 1, 2, 3. Пиши. Стой прямо и не переключайся. Сейчас ты забудешь свой возраст. Прямо сейчас перед тобой появилась иллюзия, и твоя задача смотреть только в центр. Смотри в центр, а именно на глаз. Чтобы иллюзия точно сработала, подпишись и поставь лайк. Я серьезно, поставь лайк и подпишись. Если ты будешь делать все по правилам, то реально все получится. Итак, на счет 3 отведи свой взгляд и быстро моргай. Давай. 1, 2, 3. Ну а теперь напиши в комментариях, сколько тебе лет. Что будет, если океаны станут прозрачными? А перед началом поставь видео лайк, подпишись и отправляй другу. Такого он точно не видел. Каждый год в океаны сбрасываются тонны мусора, так что перед вами будет целая свалка мусора. Будет найдено более 10 тысяч затонувших кораблей. Человечество сможет найти более 100 тонн золота пиратов. Ученые найдут более 150 разновидностей новых рыб. Эти слова не стоит гуглить. 3 безобидных запроса, которые точно испортят тебе настроение. Перламутровые. Это не только цвет и окрас, но и кое-что другое. Лоскут. Если вы, произнося это слово, представляете лоскутное одеяло или что-то другое, то у Гугла на этот счет свои мнения. Остроконечные. При виде этого слова мы представляем карандаши или что-то в этом виде, но у Гугла на этот счет свое мнение. У этого парня уникальная работа. Его рабочее место — это взлетная посадочная полоса аэропорта. И каждую ночь с двумя жезлами в руках он направляет самолеты. Поначалу кажется, что тут сложного, но на самом деле это довольно непростая задача. Сначала прибывает машина безопасности, за которой следует самолет, и постепенно человек направляет его, чтобы он идеально встал на желтую линию. Вначале он сигнализирует левой рукой, чтобы самолет сместился немного влево. Затем дает сигнал двигаться вперед. Затем парень замедляет свои движения, указывая на то, что самолет должен замедлиться, пока он не даст сигнал о полной остановке. Вы когда-нибудь задумывались, зачем лошадям носить подковы? Почему только лошади, а не миллионы других животных? Ставьте лайк этой милой лошадке. Многие люди думают, что благодаря подковам копыта лошадей перестают расти. Но на самом деле причина другая. В течение многих веков лошади жили в лесах, но позже их стали забирать в деревни, где они получали травмы ног из-за тяжелых грузов и бетонных дорог. Решением этой проблемы стали подковы для лошадей. Ни при каких обстоятельствах не суйте руки в эту воду. А сначала поставьте лайк и подпишитесь. Вы будете в шоке, ведь это химическое вещество заморозит сразу все, что вы туда положите. Я скажу вам его название позже. На самом деле, чтобы его сделать, нужно смешать уксус и соду вместе. Затем вскипятить в воде некоторое время. И когда оно остынет, оно превратится любую вещь в ледышку. Это называется ацетат натрия. И ни в коем случае не повторяйте это.